Приветствую вас! Вы на канале Sparrow S9. И в этом видео я покажу, как я совместил ремень от РПС Бундесвера с рамой от рюкзака LK-35 шведской армии. Изначально я планировал повторить крепление пояса к раме, который я делал для рюкзака LK-35. У меня есть видео на канале с обзором этого рюкзака, и там более подробно, и кому интересно, можете познакомиться. Ссылочки оставлю в описании. Но в ходе изучения этого вопроса делать, если олдскульные, так сказать, вещи соединять, то пусть это будет по-олдскульному. И вот что у меня получилось. Здесь на ремень я пришил 5-сантиметровые полиамидные ленты, D-образное кольцо и вот такое крепление. На это меня вдохновила система крепления рюкзака к раме американского рюкзака системы Ellis. Там несколько видов креплений было в том поколении, и одно из них это. Получилось довольно-таки легко крепить рюкзак к раме и очень легко натягивать. Натягивается это вот буквально, он как струна становится, пояс, то есть очень-очень крепко держится. Единственное, что вот жалею, что вот не было, так сказать, в черном цвете, но здесь все равно будет под рюкзаком, поэтому оно отблескивать не будет. Вот и так выглядит поближе. Здесь полиамидная лента многократно прошита, сложена она пополам для надежности. Здесь вот так D-образное кольцо. Я купил там крепление в строительном супермаркете. Здесь такая была пластинка, я ее отпилил. D такое вытянутое D-образное кольцо, чтобы оно не двигало, это крепление кольцо не двигалось, вот чтобы оно такое было. Использовалось вот такое крепление с резьбой М6. Оно в меру крупное, и не мелкое выдержит надежно, и не крупное. Это как раз под вот эту раму. И причем, что мне понравилось с таким креплением, натягивается очень легко. То есть буквально ты так немножко крутишь, а ремень так аж чувствуется, как струна становится. Главное не переборщить тут, не погнуть, не сломать, нет, ничего. Вот так пояс выглядит без рамы. И я хочу сказать, единственное неудобство крепления этого пояса к раме, это что надо вот здесь все выкрутить и потом все соединить. Но, честно говоря, по времени это занимает не дольше, чем бы я бы трехщелевки вправлял бы ленту в трехщелевки и затягивал. И это все в сборе на мне теперь выглядит так. Рама на поясе держится. Вот такая самоделка сегодня была в обзоре. Может быть, я кому-то что-то подсказал, подал какую-то идею. Большое спасибо за внимание. Всем пока!